Вопросы улучшения условий труда, социальной защиты членов профсоюзов и социального партнерства рассматривались накануне в рамках первого профсоюзного форума. К слову, в этом году Якутия отмечает 95-летие профсоюзных движений. В форуме приняли участие более 500 человек со всех районов Якутии, в том числе главы муниципалитетов и представители органов государственной власти республики. Вот мы говорим о том, что все-таки вот профсоюзы являются гарантом стабильности, вообще социальной стабильности в регионе, потому что все-таки, несмотря на сложности, перипетии, все-таки мы совместно с нашим социальным партнером, органами исполнительной власти, работодателями находим общий язык и находим понимание.